Вам все понравится. Дом, замечательный вид из окна, отличный, прямо на залив. Рядом лес, грибов много. Вы же любите собирать грибы. А что с предыдущими жильцами стало? А с предыдущими жильцами? Ну, тут как раз такая история произошла. Они за грибами пошли и на мину напоролись. Тут со времен Второй мировой мины оставались. Но вы не переживайте. На участке уже все убрали. Можете мне поверить, я вам это как агент по недвижимости говорю. Мы можем... Понаехали тут. Это сосед наш, Евгений Рейхович. Очень замечательный человек был. Пойдемте посмотрим дом. Знаете, Евгений Рейхович когда-то был учителем литературы и русского языка. Ну, пока его не выгнали из школы после того случая с той ученицей, ну, это, собственно, не важно. Пойдемте. Вы главное, глаголов никогда не говорите. Как красиво. Да, у нас тут действительно... Очень красивый паранормальный вид из окна. Простите, я, конечно же, имела в виду панорамный вид из окна. А главное, тихо. Ори хоть всю ночь, никто не придет. А что еще есть на участке, кроме мин и этого Третьяреховича с топором? Старое финское кладбище. Осторожнее, тут скользко. Тут еще в 38-м во время финской войны пленных финнов расстреляли. Но это не точно. 100 лет почти прошло, поди упомню все. А это что такое? Это дети. Они тут играют иногда. Там в заборе дыра. Очень красивый склеп. Дети. Я после заката в дом заходить не буду. Так вас все устраивает, вы берете, нет? Но я чувствую здесь какую-то странную энергетику. Мила, дешевле мы не найдем, мальчику нравится. Мам, можно мне, пожалуйста, в склеп? Ну? Ну что, сдала? Вот лохи. Гони! Всех. Убейте всех.
Шелли мы не найдем. Мальчику нравится. Мам, можно мне, пожалуйста, в склеп? Что агенту скажем? У меня брат же МЧСник. Напишем справку о коротком замыкании.